Ну что, приветствую, мы с вами продолжаем проходить Far Cry 4. Ты думаешь, а что это за место, да? Ну, по карте, может, кто-то знает, но это, собственно, то место, где мы с тобой были на арене, да? Куда нас направили на арену вот эти два дурачка, собственно, помнишь, да? Ну вот, если не помнишь, посмотри, ссылочка обязательно находится на плоди, собственно, с полным движением данной игры. Чуть ниже описание спускаешь, там подсказочки есть, да? Либо наверху справа нажимаешь на И, такой в белом кружочке, и там будет прошлая серия прикреплена, и плоди тоже с полным прохождением данной игры. Тут описание ты найдешь там... Два плейлиста еще на Far Cry 3 прохождение полностью, да, и на Far Cry 3 Blood Dragon. Короткая игра, но очень такая экшоновая, смешная и прикольная, как по мне. Вот, а мы, собственно, продолжаем проходить свой Far Cry 4. Надеюсь, сделаем с тобой, ну, постараюсь сделать с тобой побольше там миссий, там 2-3 хотя бы, чтобы не одну, а 2-3 сделаем. Вот, поэтому, Саша, поудобно надевать полетку взять, например, кушать, почти кофе пить или псиалды про этому просмотр. Собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, ты скажешь, или спросишь, да, скажешь, спросишь, а что ты тут делаешь-то, собственно? Ну смотри, я пришел вот сюда, на букву Н. Миссия буквы Н, погнали. Сразу выполним, да, почему бы и нет. Буковка Н. Звери голодные, покормите их. Должен убить Пола, ждать больше нельзя. Он уезжает. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейгана, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные умрут в муках. Спаси их, прошу. А почему? Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Подожди, то есть ты занимаешься вот этой хуйней? Доберешься. Иди в комнату для допросов. Найдешь его там. А почему я должен этим заниматься? Если ты занимаешься хуйней какой-то арены, блядь. Может, из-за этого он и это хочет отомстить, я не знаю. Ну, блядь, как бы... Ну, ладно. Ну ладно, блядь. Ну задание так задание. Типа, шо, блядь. Иди, возьми, иди, блядь. Того. Ну я, конечно, не просто спасти, блядь, но какова причина, что он так сделал? Может, из-за того, что ты вот этой хуйней себе занимаешься, да, блядь? Если это такая причина, то чё мне туда влазить, скажи? Если ты сама наворотила всякой хуйни, блядь, ну тогда да. С другой стороны, да, он мог не типа с ней лично поквитаться, это да, тоже верно. Но как бы странно. Ну ладно, ладно. Да иди в пизду, блин, попался. На-на-на-на-на-на-най. 2700 метров. Ну, давай, чё. Как говорится, как доберусь, так я и включусь, да, чтобы не затягивать сильно хронометраж. Одна, и моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Хорошая, да, была сейчас, ну, это... Переход был хороший, склеечка была хорошо. Я думаю, ты ее заметил, поэтому... Я думаю, не стоит, да, мне не стоило об этом говорить, что была склеечка, потому что это и так, наверное, и заметил, да? А если нет, значит, хорошая склеечка была, поэтому я тебе говорю, что она была. Поэтому, да, да. Так, что здесь? Типа аванпост взять, да? Типа того. Ну, смотри. Здесь один. Здесь точно один. Да, блин, собака. Поехали. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. А здесь сигналки нет, да? Ну, давай попробуем по стелсу, ладно.
Тихо, тихо, ребятушки. А где? О, все три у меня. Так, ну смотри, можем вот этого. Раз. Ты сдохнешь тут. А не забыл, что ли? Моя семья. Я не знал, что нет нельзя. Еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Он крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Тайно, значит. Ну ладно. Типа стелс, да? Что, стелс, че не ты не стелс? Ну это проще простого, наверное, нет? Блядь, что ты сделал? Дурачок, я его хочу, блядь, искать. А где? Опять тот же шум. Блядь. Да, стелс нужен, короче, чистый. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Блять, не то. Выбрал не то, просто понимаешь. Бля, ладно. Давай сейчас, смотри, сейчас изи пройдем. Смотри, смотри, сейчас вообще изи. Давай, уже четвертый раз повторяешь. Да, 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 да. Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Это склада погрузить в транспорт. Если заключенные со склада... Эй, быстрее. Есть тут кто? Выходи! Ты где сидишь? Трус! Это Гейл! Блядь, да боже, да что за хуйня? Бля, давайте на одну миссию дальше по 15 раз все слушать. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Еще внутри, ребят, не забывайте, тоже есть челики. Она говорит только за богачей. Вот убью Гейла, получу награду. Убьем его, считай, выиграли войну. Может, поохотиться?
Пусть идет. Вот оно опять. Сабал, я навещу Пола. Привези живым, если сможешь. Он должен заплатить за все. В последнее время в окрестностях пропало много людей. Так что если там есть пленники, помоги им выбраться, но не попадись. Хорошо. Стараюсь. Да, стелс, вот это все, ну, намного быстрее, конечно, всех развалить, но с этим оружием, которое у меня, конечно, ладно, посмотрим. Тихо. Спрячь тело. Бля, чисто по стелсу все проходить, серьезно. О боги! О боги! То есть нужно их просто обойти, да, я правильно понимаю? А, надо трех освободить. Куда ты пошел? Убейте его! Назовите себя! Не качу тебя!
Зет один остался, зря Зет один остался. Осторожно, может их больше. Он здесь один? Не, вон. Очень душно, ребят. Очень душно, ебаное, блядь, задание. Честно, оно очень душное. Ну, типа, реально душное. Я не люблю такие задания. Ну, блин, по стелсу проходить, это пиздец, это вообще дольше намного. Просто взял, оп-оп-оп, сделал, и все, блядь. По стелсу проходи, говорит, прикинь. Не, ну, прикинь, просто говорит, по стелсу проходи. Тут еще есть? Да, мальчик. Там, там, там. Будьте начеку. Быстрее! Отжай ту! Давай вперед! Блядь. Я хуй его знает, ребят, как. Честно. Ну, это забейте вообще. Давайте сейчас еще раз попробую, типа, с их, хотя мне в любом случае их нужно будет, да, всех хвалить, поэтому. Да, такая вот просто душная, максимально душная миссия. Не люблю такие, честно. Прям не люблю. Иди, иди, проверь, что там, блядь. Он с вами собирается еще. Бля, ну я не дотянусь я. Иди туда посмотри. Иди посмотри. Тихо, 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 тихо. Давай вон туда, вон туда. Иди, иди туда. В кусты, в кусты. Иди в кусты. Бля, это не сюда. Идите, в чем дело. Не сюда, не сюда, не сюда, пожалуйста. Он скрылся. Найдите, кто это сделал. Вижу врага! Держитесь вместе, парни!
Ну иди ты нахуй! Блять, а как это проходить? Как эту хуйню проходить вообще? Не, ну как это проходить, честно? Вот я вот, ну, не понимаю, как мне это пройти в залу? Просто их не спасали, вот этих не просто забить хуй на них или что, не пойму. Понял. Да куда ты идешь, долбоеб, сюда? Назови себя! Народ поебал, вот как назову себя. Да, он сейчас меня увидит сквозь машину? Возможно, да. Так, один есть, все. Один то сюда надо спрятать всего, давай, один точно есть здесь. Один есть. Хотя он явно увидит его здесь. Если его положу так. Поехали, next. Ребята. Да, представляешь? Жестко, да, хуйня? Тихо. Не кричи. Не спалился, надеюсь? Вроде нет. Бля, этот стелс, ебаный, это вообще забейте, ну, типа... Типа, ок, чел. Давай второго уже туда же. Больше никого нету, надеюсь. Больше вот никого. С ними говорить смысла нет. Они только язык силы понимают. Стой. Дай. Как мне вас сводить, алло? Не пойму, как освободить. А вот этих трех, типа.
Верно. Тихо, 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 тихо. Ну иди сходи проверь, ёпта. Вижу труп. Твою мать. Блять. Найдите мне убийцу! Выходи, убийца! Как он увидел его? Эй, кто подстрелит тому, найдите убийцу! Конечно, меня здесь больше нету. Правильно думаешь? Да, надеюсь, за эту музыку не будет. Потому что у меня музыка, я говорю, выключена вообще. Блин, очень душное задание. Мне такое вообще не нравится, честно вам скажу. Такое мне задание вообще не нравится. Ну, типа, оно очень душное. Ну, как по мне. Хотя, в принципе, остался нужно уметь играть. Так, продолжаем с тобой. Собственно, да, дальше. Так, вот здесь вот. Чел. Ух, ёпта. Иди посмотри. Зря туда пошел. Бля, можно его убрать? Короче, это типа просто стелс, понял? Типа стелсовая, чисто стелсовая, блядь, миссия. Кто-то должен пройти по стелсу. Почему по стелсу, конечно, это непонятно, но ладно. Опа, он спустился. А куда? А где он? Не понял, а где он? Давай, иди туда. Так, поехали. Иди, дружок, иди. Так, здесь, в принципе, больше никого нет. Там вроде двое было. А где они, блядь? Что? Вон там был один. А вон появились все. А вон один, вон он, смотри, ходит.
А он еще не смотрит. Так, здесь вроде никого больше нету. Но вообще бесшумно передвигается, скажу так. Блять, ну это вообще... Можно его как бы, ну, туда? Тихо. Ты не видишь ничего, ты ничего не видел. А где он? Вот. Ты ничего не видел. Значит, просто если спалиться, то заново сюда меч проходить. Нахер оно нужно мне? Все, иди отсюда. Так, вон тебе трое, дай меня палят. Ага. А у меня это навыка нет, да? Ну что знает, может тут будут эти сейчас. Там я прокачал навык, чтобы этих как называется-то? Ну ты понял, этих самых, короче. С огнеметов, которые ходят, вот их, чтобы фигачить. Так, двое там, двое тут, хорошо. Иди, иди, здесь сходи. Тут в домах шпики находятся. Бля, вот это было очень плохо, конечно, ладно. Пойдет. Дом загорелся, какого-то хера. Стоит, не стоит, стоит, не стоит. Нам ближе подберемся. Есть, есть, беги. Не уйдешь, Гейл. Блять, ну нет! Ну какого хера ты здесь появился вообще? Ну бля. Ёбка, блять, этого. Я так понимаю, что сейчас самого заново, если я рот ебал, то проходить мне еще реально. Ну в натуре проходите его. Ух, не самого заново, хорошо.
Не с самого начала же? Не, вроде не с самого начала. Да. Не с самого начала. А можно вот эти? Спасибо. Сделать. Да блять, иди ты нахер с этим калашом. О боже. Выходи отсюда, не попадись. Сёж. Бля, очень душная миссия. Очень душная, блядь, миссия. Еще я понял, это троих, которые, да, вот эти вот самые. А, с самого начала. А, зачитал одного? Да, все. Прикинь, с самого начала. Пиздец, блядь, орот. Ну, одного хотя бы зачитало. Хорошо, спасибо, блядь, за это хотя бы, блядь. Что не стали, блядь, так душить жестко, блядь, здесь хотя бы. Бля, зачитал уже? Да, зачитал, одного зачитала. Все, хорошо. А то есть, если не зачитал, я порот ебал, реально. Одного с тобой зачитала? Он прям в кусте лежит, прикинь. Понял, конечно, нам нужно освободить только вот эти, которые отмечены, да? Ну иди, пожалуйста, не иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Я в кустах, блин, мне похуй. Всем держать ухо востро. Найдите, кто это сделал. Все, мне похуй. Я один. Я здесь в кустах был, так что ты меня не видишь.
Хуй здесь лежит. Такая просто, ну... Уходи, иди, спасайся! Так, и Ластов остался. Тихо. Мужики, ну, блядь, так нечестно, в курсе. Остался вон там вот чел. Контрольная точка. Фух. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Вот опять. Слышали? Я уже их здесь убирал, они, видишь, снова возродились здесь. Да. Очень интересная игра.
Тари, вот, блядь. Ну, короче, вот миссия довольно такая, душненькая довольно. Довольно душненькая, как по мне. А вот сюда, типа, могу забраться. Опа, давай почитаем. Кормление свиней. Прежде чем скормить трупы свиньям, осуждаю, блядь, соберите с них все безделушки и сувениры. Босс велит все на вид цены отмыть и сохранить. Осуждаем такое, осуждаем еще. Так, погнали. А сейчас он сзади стоит. Выбирайся. Алло, солнышко, как дела? О, замечательно. Просто чудесно. А он притворится? Нет, нет, нет. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. А твоя одежда разная, он не заметит? Не заметит? Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо, давай. Да. Подожди минутку. Привет, Эшли. Да ты что? Потрясающе! Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Обсуждаю. Подарок? Конечно. Чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь, кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? И я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Этого я до сих пор не проходил, сам интересно. Прошу прощения, это моя дочка. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что, извини, буду исправляться. Здравствуй. Ты? И все, блядь, вот это... Задал вопрос такой, ты? Ты? Вытащить его наружу, бля... Прикинь. Чего? Thank you.
Ну а для этого здесь стоят эти темы. Ребятки, ну мне тебе похуй, вы в курсе? Фонарь зачистим быстренько с тобой. Здесь, конечно, можно здесь так. Идем. Я пущу тебе кровь. Поступи. Тварь, ты хуже собаки. Я вижу. И все, музычка закончилась на этом, понимаешь? Ну как бы. Вот для этого здесь эти бочки стоят. Ну вот хотя бы нам дали, видишь. Хотя бы нам дают с тобой. Только пистолеты. Хотя бы нам дают с тобой нормально пройти здесь. А здесь хер, да, пройдешь? О, можно же по крышам. Не, по крышам не варик. Да, вот прикольно. Окей, хорошо. Сейчас эта миссия прикольно становится. Ну что, драчка? Я тебя... Давай, давай, давай. Ну, ладно. Let's go, дальше что? Ла-л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 а. Смерть предателя. Я тебя... У нас пожар? Бля, почти... На, ёпта! Давай, на, ёпта. Ты видел, просто три хедшота тупо рандомно дал. Ну, здесь я прицелился, а здесь два дал просто от, ну, так вот, не прицеливаясь, грубо говоря. Да-да. Подожди, здесь, тут есть же эти? Как он называется? Подожди. Здесь же были где-то эти. Боеприпасы, подожди. Отходим! Отход! Ебать, что? Он убит! Что? У нас пожар? Пошли! Скорее! Тебе не жить! А где боеприпасы хоть? Да! А здесь нет никаких боеприпасов. Странная хуйня, ну ладно. Где же я были? Посмотрю. Будьте на чеку! Что там? Да ты можешь взять его? Да ты можешь его взять?
Ух, ебать их там, слышь. Никакой пощады! Меня хотя бы вот вниз. Сверху. Поехали, next. Ля-ля-ля, бля, пистолет, вот жалко, у него мало, да, вот обоим. Жалко, мало вообще. Надо взять, конечно, надо сделать реально для обоим эту тему, надо сделать. Опа. Опа-на. Вот это уже хоть что-то. А все, что ли? Нара-нара-нара-най. Ну, вот так вот, ребят, вот так вот и все. Ну, в этом окей, прикольно, но она такая, знаете, долгая и скучненькая слегка. Миссия сама. Парень сначала должен чисто по стелсу. Сначала ты должен чисто по стелсу, потом ты должен, блядь, его отнести, потом тебе разрешают их фигачить, типа. Аджай, приятель, зачем ты так? Блять, что? Она все думает, что семья жива? Да мы их давно убили. Да ты издеваешься? Письма моей мамочки. Да я сам их писал. Ну, еще дочь помогала. Я сказал ей, что это для друга. Моя Эшли умеет слезу вышибить. Мне точно есть задача. Смотри, просто метки пиздец она. Какую поэму сочинила? Мы с женой просто рыдали. Да, вот и все. Тебя и доставили обратно. Живой? Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Стойте! Стойте, мобильник! Аджай, мобильник у меня в заднем кармане! Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу! Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Спасибо, Джей. Да. За нами должок. А Пол — наша забота. Скучать ему не дадим. Угу. Получается, вы не лучше его? Хер его знает, короче. Странно очень все это дело. Ну вот, собственно, мы с вами миссию прошли. Погнали, следующую пройдем сразу. Подлиннее... Опа. Аджай, Пол вышел из игры. И его крепость Варшакот уязвима. На твоем месте, брат, я бы этим воспользовался.